Кто поможет всегда и бесплатно? Кто разрулит дела аккуратно? Кто всех выручит? Кто всех вытащит? Кто спасает проблемы решат ли? Петя, ты обещал со мной на роликах покататься. Сейчас, где уроки доделаю. Петя. Волк, я занят. Я тут не один. Можешь поговорить? Здрасте. Здоров. Это Кощей. Ему нужно помочь. Насколько я слышал, он бессмертный. В отличие от меня, которому нужно многое в жизни успеть. В том числе подготовиться к завтрашней контрольной. Для тебя это дело на полчаса, а для него... Расскажи ему сам. Они приходят каждую ночь или день. Они хотят забрать либо мое золото, либо ларец с яйцом и иглой, в котором моя жизнь. Так отдайте им золото! А жить-то на что? Да все равно они будут приходить. Они же хотят убить меня и прославиться. Поставь ему сигнализацию. Электричество есть. Откуда там электричество? Петя, вы не беспокойтесь. Золота хватит на все. Да не нужно мне ваше золото. Ладно, поставим солнечные батареи. Солнце там хоть есть? Даже два. Петя, ты закончил уроки? Я забыл про дедушку. Все, не могу сегодня. А если с дедушкой побудет Кощей? Исключено! У меня проблемы с молодежью, а со стариками-то я хорошо общаюсь. Готов? Это Костя. Живи 100 лет, старче. Он с тобой сегодня покатается. Иди покатаемся! А ролики-то у него есть? Он в состоянии их купить. Сказали, что эти лучшие. Я богат! Я наконец-то богат! Осторожно! Так и убиться можно. Этим меня не убить. Так, так, ларец с яйцом на дубе, а золото здесь. Перетащить золото к дубу мы не можем. Дуб пересадить к золоту? Нет. Тоже. Поэтому он и разрывается. Хорошо. Кощей пусть сидит на золоте. А вокруг дуба поставим сигнализацию. Инфракрасный датчик, несколько датчиков движения, сирену попротивнее и пару мигалок. Это же ларец, точно? Кощеевский ларец с яйцом и иглой? Я и не думал, что все будет так просто. Минуточку! Собачка! Аленке подарю. Спасай яйцо! Там кто-то кусается! Это заяц. А где яйцо? Яйцо в утке, а утка в зайце. Какой-то бред! Тем запутаннее, тем безопаснее. Спасай зайца! Я выберусь. Собачка. Thank you.
Костя, вы быстро всему учитесь. Зацените трюк, Николай Семенович. Ничего не понимаю. Не могу нащупать пульс. Биение сердца тоже нет? Да не может быть, он же двигается. Может, зомби? Я просто держал его за руку. Когда рядом с человеком находится много лекарств, всегда есть соблазн сожрать что-нибудь не то. Костя, вы не голодны? Я бы съел чего-нибудь. Да, люди не те, что раньше. Люди всегда такие. Жизнь маленькая, короткая и вся в страхах. Нет никакого смысла держать Кощееву смерть и золото в разных местах. Заяц будет в замке рядом с Кощеем. Надежно. Плюс домашний питомец. Питомец. Фух. Колдовство! Сигнализацию я оставил. Будет отвлекать от реального места хранения. Все, можно домой. Этот питомец тут не потеряете? С собой возьмем. Впервые получено подтверждение существования зомби. Два зомби были обнаружены в Центральном парке. Место было сразу локализовано и обработано. Пока а нет оснований полагать, что есть другие зомби, кроме этих двух, власти быстро пресекли распространение. И как нам их теперь найти? Два разных вида зомби. Первый спокойный, без признаков сердца. Второй очень агрессивный, но сердце, пульс и остальное все как у людей. Они шли под ручку, как лучшие друзья. Зомби не дружат с людьми. Зомби дружат только с зомби. Этот гораздо опасней. Он научился маскироваться под нас. Немедленно нас освободить! Мы тебя раскусили! Цирк окончен! Уверен, что если остановить ему сердце, он продолжит притворяться живым. Принесите какой-нибудь останавливатель сердца. Ваших держат в конце коридора. Спасибо, бро. Бро? У вас ровно 100 секунд. 22 красные шапочки, 23 красные шапочки, 24... А этот лабораторный? Он типа домового здесь? И домовой для дома, а лабораторный для... Я сбился с отчета! 32 красные шапочки, 34... 3 красные шапочки, 30... Четыре. Костя, не беспокойтесь, я этого так не оставлю. Девяносто девять, сто. На. Включите аварийный генератор. Вон они! С ними теперь еще собака и мальчик. Боюсь, что эпидемию уже не остановить. Отключить всю связь и никого не впускать! Когда эпидемия закончится,
Будем возрождать человечество. Варя! Варя! Петя принес домой зайца! Ты же знаешь, что у меня аллергия. Почему я должен это терпеть? Заяц ест фикус. Сделай что-нибудь. Плохой заяц, плохой. Нельзя грызть пылесос. Фу, фу! Николай Семенович, вам плохо? Николай Семенович, может, скорую вызвать? Николай Семенович, вы похожи на зомби. Я устал.